Сегодня днем в 14:43 в микрорайоне Южный в Каменске-Уральском на улице 4-й пятилетки приключился крупный пожар. Клубы едкого черного дыма окутали фасад и крышу, а языки адского пламени залезали до обморока СОМ, магазин строительных и отделочных материалов. Хотя, по свидетельству очевидцев, красный петух первым клюнул в темечко не магазин, а шаурмячку с гордой вывеской «Мангал Клаб» по соседству, но из-за ветреной погоды пламя моментально переметнулось на торговую точку, которую успели покинуть полсотни душ, продавцы и посетители. По словам нечаянных свидетелей, на месте пожарища они слышали мощный взрыв и видели, как к магазину примчались 4 пожарных расчета. Но это было лишь начало великой битвы с огнем. Пожарные в ходе разведки выяснили, что горят фасад, крыша и пристрой к магазину. И площадь пожарища огромна – 400 квадратов. В половине четвертого пополудни пожар был локализован, а без 5:04 огонь погас. На утушке поработали 10 спецавтомобилей и 27 пожарных. Информации о пострадавших нет.